Одна из улиц Златоуста может полностью уйти под землю. Из-за опасности ее пока закрыли. Основание автодороги размыло из-за прорыва труб в коллекторе неподалеку. Асфальтовое покрытие магистрали уже начало расходиться по швам в буквальном смысле. Высока вероятность того, что в итоге оно полностью провалится под землю. Коммунальная авария произошла возле переезда на Генераторную улицу. В начале дня движение по улице было еще открыто. Однако специалисты приняли решение о полном закрытии дороги. Для восстановления потребуется капитальный ремонт как самого коллектора, так и покрытия. Рядом находятся трамвайные пути и жилые дома. Поэтому перед ремонтом потребуется длительная подготовка. Работы касаются полного комплекса работ. Это и капитальный ремонт канализационного коллектора и, соответственно, сопутствующие работы по восстановлению благоустройства и дорожного полотна. Поскольку коллектор сегодня он проходит, и по проекту он так и так будет проходить под землей. Сейчас специалисты водоканала готовятся провести обследование. После этого станет ясно, насколько большой участок дороги нуждается в ремонте, а также сколько времени займет его реконструкция. Теперь в краткие сроки администрация должна продумать временный маршрут, чтобы жители могли попадать в свои дома, минуя опасный участок.